Итак, всех любителей Айзека я приветствую. Вы на канале МРК Animation. И сегодня мы с вами поиграем в Hyrule Alpha. Да, это Альфа. Играть нормальный режим. Ничего необычного. Пройти все главы дважды за одну игру. Пройти все главы, чтобы открыть. Как из вас некоторые поняли, это зомби против растений в стиле Айзека. Да, это довольно необычно. Вместо солнышек у нас сердечки. Так. Да, сегодня, так сказать, поиграем немного. Кубик мяса, мозг Боба. В принципе, основные каноны... Обычного зомби против растений. А, это у нас мина, ясно. Так. Чадов наставляем сейчас. Бана. Муха. Сюда ее. Так, ставим чадов и малышей. А, пауки пошли. Приближается большая волна. Бам. Монетка. Так. Выведи карту, чтобы добавить в коллекцию. Многомерный малыш. Священная земля и неизвестность. Давайте попытаем удачу. Резиновый душ. Что? Резиновый ду... А, дух. Метает резиновые шарики, скачущие от монстра к монстру. При контакте взрывается, он сначала должен вырасти. Имеет высокую прочность, используется для защиты других малышей. Малычат, Бобби, Скромняга, еще не встречался, Зевака. Зевака. Скакун. Так. Раз. Два. Ну, не знаю, 2-3. Думаю, так пойдет. О, говно. Могу на это нажать? Нет, не могу. Но игрушка мне уже, по графике мне уже нравится, то есть. Это не какой-то там сверх такой реалистичный проект, который тебе просто, просто чтобы тебе глаза выжигал. А просто как... Вот хотя бы просто так, растение против зомби, блин. Что еще надо для счастья, блин? Так. Мина. А мы пока чадов собираем и ставим.
Не знаю, сюда куда-нибудь поставлю. Вроде еще по монстрам есть хотя бы какое-то разнообразие. Тоже неплохо. Взорвется? А, они еще на соседних этих прыгают. Монетка! Я монетку упустил. Пилюля. Мне интересно, что делает пилюля? Неплохая комба. Говно. Ну-ка. Скорость понижена. Блин. Пилюль все такой же случайный эффект, как у Айзека. Ну... Некоторые же хотели, наверное, Айзека на моем канале. Ну вот он, Айзек. Только в виде легендарной зомби против растений. Выберите карту, чтобы добавить ее в коллекцию. Малыш Монгу. Он вроде... слезы других своих товарищей копирует. Малыш Стивен. Самонаводка. Давайте малыш Стивен пусть будет. Стреляет наводящими на соседние линиями слезами. Да. Так, малыш Чад. Качает мусор к монстру. Раз, два, три. Все. Круто. Повезет, не повезет, ладно. Что-то не так. Блин, не повезло опять. Давай. Нам по трем линиям этим может стрелять, это круто. А, он не, вроде не выдает сердце.
А, нет, выдает. Надо сюда их ставить. Я что-то тупанул немного. Один на другой линии может помогать. Круто. И да, если кто захочет поиграть в эту игру, то ссылка на нее будет в описании под видео. Жердяй прёт. Здесь я могу убрать. Поставлю здесь, пожалуй, вот этих вот челиков. Кстати, сама наводка — это имба. Оба. Опять это говно пошло. Я его в оригинальном языке, я ему ненавижу. Слишком все намешается. Ладно, была не была. Суперпилюля. Ну, пригодились. Какой-то желтый. Такого я не видел. А, монетки выдает, круто. Обезболивающие. Что-то не так. Опять эта пилюля. Нужно попытаться еще вот так вот в ряд поставить их. Так. Это неизвестная пилюля. Ну-ка. Скорость повышена. Нить. Круто. Так. О, босс! Бобби. Нет! Нет, блин! С
Скорость повышена. Самонаводка. Эпичный боссфайт пошел. Здесь никого нету. Черт. Господи. Какой босс злючий. Еще говно. А, я его победил. Телепатия. Самонаводка. Книга телепатии. Так, сохраняет энергию. Батарейка. Покрасить опции. Мешочек с пилюлями позволяет носить больше пилюль. Но мне это не хватит, поэтому кристальный шарик возьмем. Кусач. Сквирт. Передвигается рывками, толкая объекты и тараня вашу оборону. Телепатия для чайников. Проект научить скрытые. Так. Лучше Стивен. Резинка. Чад. И бомба. И вроде все. Это все шахты там. Так, мы в шахтах. Тележка. Пилюлю скормлю. Кстати, я поставлю. Хотя не. В случае чего, вот. Во, все. Все стороны контролируются. Как раз бомба выросла. Бомбу можно катать. Это очень веселое занятие, катать бомбу. Ой, сердца. Что-то перед этим развлечением я что-то, блин, забылся. Говно на изготовку. Так. Не знаю, куда ставить сюда. Пусть будет. Ай, сердце профукал. Это все шахты. Видите, это не я играю в игру, это все шахты. Так, думаю, телепатии надо обучить тебя. Скорость понижена. Ну, так как это не надо все равно. Сюда.
Оно не взрывается? А вот это вот я не знал. Так, мозг Боба опять растим. Пофиг, что-то не так сюда. На. И снова победа. Выберите карту, чтобы давать ее в коллекцию. Малыш-паук, Авель и колючий малыш. Значит, урон каждому, кто наступает на шипы. О, Чад. Так, это кто? Сливка. Твердолоб. Мне кажется, то, что кидатели тут особо тут не нужны. Да и книга телепатии тоже не нужна. Обезболивающие. Так. Ну все, старт. Пару стейджей пройдем, и будет нормально. Как и зомби против растений, там тоже это была янтарная фигня. Вот это вот. А, тут теперь на 6 клеток. Да. Не знаю, ради прикола поставлю, может быть, что-то таки да получится из этого.
Может, мне по автомату будет сердечки уже начисляться. А вдруг? И сюда еще. По ряду. Шипы поставим. Так, уже больше монстров прибывает. Бомба. Бомба спасла. Не, рисково ставить. А сюда еще более рисковее. По случайности. Зуб и ноготь. Открыто. О, сколько монет. Деньги. Бери карту, чтобы дать в коллекцию. БКМ, неизвестно. Хрустящий малыш и призрачный малыш. Я даже не знаю, кого брать. Он вроде он поджигает, а этот пугает. Давай хрустящего. Пускай во врагов мощные огненные шары. Каменщик. Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Я каменщик. Я каменщик, работаю 3 дня без зарплаты. Так, Бобби. Малыш Стивен. Резинка. И... Я даже не знаю, кого брать. Резиновый дух. Ладно. Возьму, пожалуй, бомбу, потому что без бомбы никуда. А, муха. Так. Вот, знаете, сюда поставлю. К сожалению, не сюда пошел. Ладно.
Здесь бомба стоит на крайний случай. Ага. Сюда резинку ставим. Все. Масса... Че, в маске отлетел? Так, ставим еще одну бомбу. Ой. Дерьмо, это плохо. Фух. Чуть не проиграл. Я не дам уничтожить паучка. Паучка нельзя уничтожать. Блин. Так, все мины расставили, все хорошо. Так, резинку сюда. Так, здесь убираем малыша, ставим сюда резинку. Сюда мину. Так, убираем сюда мину. А, я не то использовал. Я идиот. Я не то использовал. А, вот и каменщик. Стоп, они напуганы, они убегают назад? Что?
Что? Стоп, они просто убежали? Это какая-то механика, что ли, была? Босс. Так. Сейф? Что? Она сейчас туда его кинет. Нет! Рэгдолл, босс. Так. Я пока выигрываю. О нет, о нет, о нет, нет. Мари. Так. Ты их берешь-то, блин. Чё? Да! Коробка. Еще один айтем. Так, жетон для замены чарджера. Позволяет заменить одного из потерянных чарджеров. Докторская лучше пилюли, больше знаний. Флип, щелчок по-любому карапузу развернет его. Рероли нет. Найти замени порожденных малышей на здоровых. Пурпурное сердце увеличит шанс появления чемпионов. Чарджера. Я куплю это. Не знаю, ладно. Жетон и... докторскую вот эту вот хрень.
Уильям. Сжигать можешь если в линейных месте огненные ямы. Уильям. Никто. Ковчег. Так. Коробка для переезда. Запакуй и распакуй. Здесь особо не пригодится резинка, поэтому... Малыш. Хрустящий. И колючка. Думаю, так пойдет. Я могу восстановить этих червей. Понял. Все. Полезная штука. Особенно мне. Особенно моему микрофону, который любит, блять, падать. Так. Вообще геймплей довольно-таки интересный. Особенно в стиле Айзека. Три волны и шесть линий. Какой стандарт. Здесь уже пригодится помощь. Здесь я не могу никого ставить. Я понял. Черт, это плохо. Ух. Оно мертво. Черт. Куда? Ой, профукал немного момент. Блин, куда? А я его восстановил случайно, блин. Ладно, может это даже и к лучшему. Сюда этого ставим. Горящего малыша. Вот это поворот. Мамины руки забрали наших помощников. Черт возьми, я ничего не могу сделать здесь. Минус.
Так, пока более-менее стабильно. Невидимки. Не сильная потеря. А эти пилюли можно как-нибудь убрать? Торчика. Ладно. Я одному все скормил. Особой проблемы это не будет. Так, коробка для переезда. А. Ладно. Мини-Локи. Пегас. Малыш-демон. Локи по диагонали. Пегас отталкивает. Малыш-демон. Стреляет по автомату во всех направлениях вроде бы. Ну, думаю, сдувает врагов потоком ветра. Я Пегаса возьму. Морозчик. Еще не встречался. Зевак. Обычный вражеский монстр. Неизвестная пилюля. Так, ну здесь, как всегда... Раз, малыш. Стивен. Хрустящий. А, нет, нет. Пегас сдувает... потоком ветра, если... А. Кстати, один челик у меня для переезда сохранился. Так. Ставим. Ну-ка, сразу же пробуем пилюлю. Полное здоровье. Понял. Откуда пойдут, тогда я поставлю этого челика. Вот этим он очень пригодный. О. И тем временем я могу просто спокойно ставить себе. Их малышей. Если расстановка закончена. Сюда сразу автонаводку ставлю. Да, прохождение уже затянулось на целый час. И это, так сказать, не очень хорошо, потому что мне придется слишком много монтировать. О нет, о нет, о нет, о нет. Жду его. Ну да, вот я об этом говорил. Один задувает, другой зажигает. Не лучшее сочетание. Тем не менее, он боится и убегает назад. То есть от одного воздуха.
Пегас. На. Получи. Монетка. Нет. Они забраны. Опять монетку пропустил. Да что ж такое? Да, бейте, бейте этих упырей. Бейте их. Бейте, моя орда, по ним. Да. Так, осталось невидим еще одного поставить. Стивена. По наводку. Дальше можно просто пегасов вот так вот ставить, чтобы они отталкивали, а остальные просто их били. Он. Раз. Все, крепость установлена. Монетки. Сердца. Но это еще не конец, последняя волна. А вот где этот челик пошел. Скорость повышена. Так, я, пожалуй, это оставлю. Берем, запаковываем. Я его потушил? Стоп! Пегас потушил! Пегас потушил моего же бейбика. Плутоныш. Пердящий малыш. Малыш. Орлейкин. А, это по V-образной траектории. Этот пердит, а этот... Это, я не знаю, стреляет орбитальными снарядами. Кашалот. Никто практически не видим. Зевака. Камикадзе. Так. Малыш Стивен. Малыш Стивен очень пригодный. Утоныш. Они тоже очень сильно хрустящий малыш. Но он тут не нужен. Пегас. Я не знаю. Утоныша попробуем.
Повысим скорость. Он обычными красными слезами стреляет. А пусть среди них будет этот. Орбитальные слезы. Так. Пожертвую одним ради того, чтобы не уничтожить остальных. Чтобы не уничтожил остальных. А это челик? Мне поможет в этом. Так, обезвреживаем. Снежка. Так. Обезвреживаем. Так. Стоп. Ой. Извиняюсь. Так. Сюда. На откидывание их. На откидывание ставим Пегаса. Опять отбежит. Обезвреживание. Готово. Извиняй. Два обезболивающих, две защиты. Круто. Так. Теперь сюда на откидывание. Надо одного. А, он им петели душит. 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 Я уже боялся то, что я не успею. Потушить фитиль. Эти говнюки меня бомбят. Нет. Мы не будем о тебе помнить. Я тебе тоже. Блин. Блин, извиняюсь, окно слетело. Сейчас его поправлю. Ладно, вроде так нормально. Да. Можешь продолжать. Доставим на всякий случай.
Нет! Так. Бомбардир ходит отсюда. И отсюда. Да блин! Кажется, проиграл. Говнюк! Нет! Они прорвались! Черт! Я проиграл. Айзек. Игра окончена. Ладно, ребят. Спасибо, то, что посмотрели этот видеоролик. Если видео вам было интересно, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А у микрофона был MRK Animation. И всем пока-пока.